Я считаю, что поворот в Азию – это хорошо. Там много ресурсов, много людей. И, как известно, Китай первый изобрел бумагу. Поэтому все новые технологии, все, что там производится, в том числе и будет и нам интересно. Поэтому все взоры на Азию. Пускай Запад подождет. Мы уже наелись с Западом. Давайте попробуем покушать с Азией.